находимся на канале Про Спорт. Мы находимся на 4-м открытом чемпионате в Кёкушинкай. И как сейчас проходят дела, мы об этом узнаем у президента. Как проходит турнир? Очень высокий бокал страстей, очень много амбиций, очень много столкновений характеров. Я на самом деле сам по себе это чувствую, хотя не дерусь сейчас, но чувствую почти такое же состояние. А сегодня кто к нам приехал? Сегодня к нам приехал глава организации Кёкушинкай-кан Канчо Шокей Мацуй. Это наследник легендарного мастера Масутацу Ояма. То есть фактически он наследовал организацию, сейчас он предводитель школы. Он на татами, как ангел Оямы, кулаки как камни, отправляет нокаут слабых духом этой философии века. Его техника отработана, удары метки, резкие, четкие, дерзкие. Накануне бой, это вопрос чести, это вопрос чести, это вопрос чести. Сегодня один бой. Да, потому что в нашей категории 5 соперников, к сожалению, обычно 16, там 32 где-то, сегодня 5, но, как говорится, первый бой всегда самый сложный, вот я его выиграл. А с кем будешь выходить, знаешь, в финале? Конечно, с парнем, с Камрата. Сильный? Хороший парень, да. Здесь нету слабых. Но есть шансы проиграть? Нету. Меньше, чем при первом бою. А что так? Я не говорю, там что, вообще нет соперника? Нет, разогреться нужно вначале, для первого боя. Ага. Войти во вкус. А последний уже там как будто разогретый? Уже... Последний уже легче проходит. А ты знаешь, кем выходишь? Да, но я никогда еще не встречалась с этой соперницей раньше на татами. Идем познакомиться. Шею, да? Ты да. Раз упал. Ну, первый зацепил подбородок просто скользящим ударом, чуть-чуть, немножко неукратно сверху шла рука. И оно сотрясает мозжечок и теряешь весь. Это запрещенный просто удар. Ну вот, а у него для этого вроде бы, вот я слышал, да, ребята говорят, вот чистые удары попадания, да? Как бы это считается там в азаре или... Да, есть такая оценка в азаре по победе, если как бы выводишь соперника из строя на небольшой период, на какой-то момент. Но там не были чистые удары. Выше ключицы удары запрещены. То есть даже в горло попадание – это запрещенный удар. Поэтому я не считаю себя симулянтом, поэтому так вышло. В прошлом году мы с ним дрались, как бы. Я проиграл, к сожалению. В этом году, как бы, реванш. Он же сейчас тоже так думает. Ну, а сейчас я с ним выйду. Что мне там с ним? Ну, у меня реванш. Ну, ты докажешь, да? Конечно. Он на татами, как ангел Оямы, кулаки, как камни, отправляет нокаут слабых духом этой философии века. Его техника отработана, удары метки, резкие, четкие, дерзкие. Накануне бой, это вопрос чести, это вопрос чести. Здравствуй, Аригадо. Ты просто выступаешь или как бы все-таки... Не, я пытаюсь получить титул все-таки сильнейшего в мире.